Японская компания Nissan разработала новый метод производства углепластика. Он удешевит детали и сократит время их создания. Например, на формовку будет уходить не 10 минут, а 2. До сих пор такие детали производили в ограниченном количестве и для специальных автомобилей. Мы будем использовать углепластик для автомобилей массового производства. Углепластик отличается высокой прочностью и жесткостью, при этом он легче стали. Его используют в авиакосмическом производстве и в других отраслях. В автомобилестроении карбон впервые начали применять для гоночных машин. Сейчас детали из углепластика в основном используют для производства спорткаров и автомобилей премиального класса. Детали из карбона позволяют облегчить вес машины. В результате сокращается потребление топлива и вредных выбросов в атмосферу тоже становится меньше. Важно реагировать на ограничения по вредным выбросам так, чтобы из-за этого не страдали покупатели. Мы должны приложить для этого усилия, поэтому хотим внедрить технологии, о которых объявили сегодня. Специалисты Nissan планируют начать использовать карбон в серийном производстве кроссоверов примерно через 5 лет.